Так, ну давай, дорогие друзья, теперь будет у меня обращение к вам. Фух, вы много, ну частенько, по крайней мере, просите меня снять тот или иной дом, подъезд и так далее. Я это выполняю по мере возможности, если я там прохожу и не забыл, то я обычно снимаю. То я обычно снимаю это место, о котором вы просили. Ну и у меня есть к вам просьба. Я вот почти под каждым видео делаю ссылку на банковскую карту, чтобы вы потихонечку, хоть помаленьку, хоть по 50-100 рублей закидывали. Ну, сколько вы можете на этот счет. Потому как мне на мою пенсию, она, во-первых, у меня маленькая, я не могу ничего купить для этого улучшения качества видеороликов и так далее. Вот то, что у меня в прошлый раз получилось, это вот купить вот эту вот камеру, на которую сейчас я снимаю. Она, напоминаю, она GoPro 3 Plus, снимает гораздо лучше, чем снимала та камера. Но и даже этого не хватает. То есть тут нету тоже стабилизации. О, машинка какая. Север Тракс. Дверь. На такой гонять. По нашим землям самое то. Так вот, по поводу моей просьбы, чтобы вы помаленьку хотя бы кидали на этот счет, она повысит возможность купить что-то другое. А помимо вот этой камеры я же еще приобрел стабилизатор, который я не всегда могу это одевать. Во-первых, в такую погоду я уже точно не смогу, потому что ее зальет. Налипнет, и влага попадет, и она меня это накроется. Сейчас я вот туда спрячусь. Блин, и тут ветер. Короче, вот стабилизатор купил, этот, камеру обновил. Короче, у меня все деньги ушли вот на это. Потому что я посмотрел, с какой скоростью набирается. И там вообще одно время прекратилось поступление на сбор на камеру. Я порыскал по интернету и решил, блин,
купить хоть что-то, что лучше, чем было. Вот сейчас я снимаю на 1080p с раскадровка 60 кадров в секунду. А на том я мог в таком же качестве, но уже на 25 кадров. То есть это бы никуда не шло. И вот так вот. Плюс ко всему, ко всем этим проблемам с видео контентом сюда прибавляется в последнее время уже и на сам велосипед, потому что я посмотрел, трансмиссия у меня каретка, по крайней мере. Сейчас я встану там где не так дует. Так, шнурки у меня совсем, носки у меня совсем слезли уже с пяток. Короче, по поводу велосипеда, я вот когда разбирал его, смазывал там все, посмотрел, каретке моей приходит конец, по крайней мере, с одной стороны подшипник уже скрипит, стучит. Почистил. Вот так повторим. Я его вроде почистил. Там все смазал. Но при чистке я заметил, что он хрустит от того, что уже там выбоины внутри этой. Внутри подшипника уже вот эта вот плоскость, по которой вращаются шарики. И вот там выбоины наделали, ну то есть раковина. И из-за этого скрипит. Поэтому надо подшипники менять. И вообще я хочу систему поменять на сингл. Сингл — это что это называется? Это вот, короче, спереди будет у меня одна звезда. И переклюка там не будет, переключения. Это, во-первых, упрощает всю сложность техники и уменьшает вес. На этой у меня там спереди три звезды, а будет одна. Плюс все эти провода от этого переключателя, самого переключателя трех звезд. И вот это вот кабель, тросики, вот это вот все, монетка, минус, то есть это примерно 300-400 грамм, о, какой 300-400, даже, блин, до килограмма, наверное, будет, дойдет снятие веса с велосипеда. Это в первую очередь. Вторая очередь — это покрышки. Покрышки надо менять. А они там не дешевые. 3-4. О, какой 3? 3 даже не бывает. 4-5 тысяч. Это минимум на одну покрышку. Плюс камеры. Камера, по-моему, я посмотрел последний раз, 6 тысяч стоит. Они сейчас такие есть облегченные, но я не знаю, как они вот как этот, хотел, что-то не сказал, гондон, как этот. Презерватив. Вот такая тоненькая камера. Она весит 46-47 грамм против 200. Камера, ну, вот такая простая камера, она 200 грамм, да, в среднем весит. Бывает-то и побольше.
Это от резины зависит. Какая там резина стоит на этой камере. Это вот по колесам. Плюс вилка. Короче, апгрейд этому велосипеду предстоит большой. На это все надо деньги. Вилка, я посмотрел, стоит такая примерно 17 тысяч. Это вилка одна, воздушка. Там, короче, с пультом. То есть я могу прям с руля блокировать, разблокировать эту вилку. Она воздушная, она гораздо легче, чем вот это вот у меня стоит. Ну, до полтора килограмма легче будет весить, чем сейчас вот у меня стоит вилка. Напомню, что у меня сейчас, я вот буквально вчера или позавчера взвешивал свой велосипед, он у меня весит 14 килограмм 700 грамм. Если его полностью апгрейдить, с него можно до 3 килограмм еще снять. То есть поменять подседельный штырь, сидушку, руль, вилку, убрать передний переключатель со всеми звездами и так далее, то есть сингл. Плюс камера, шины. Вот это вот у меня шина примерно по килограмму весит каждая. А я видел там 600 грамм, то есть по 400 грамм с каждой резины снять. То есть это 800. Ну, короче, я примерно посчитал, можно даже более 3 килограмм снять с этого велосипеда. То есть будет у меня 11 весить. А в наше время, то есть в мое время, это будет большой. Но самое главное, с колес надо снять всю нагрузку, всю тяжесть, потому что ты же колеса крутишь. Вот, и для всего этого требуются деньги. Поэтому я вас прошу закидывать хотя бы по чуть-чуть, но каждый месяц, чтобы поступление было постоянное. А то вы так закинули, ну, там, по 2, по 3 тысячи. Зачем? Не обязательно так делать. Понемножку, ну, сколько можете в месяц потратить на это. И тем более мне будет приятно получать, и ваши просьбы отснять то или иное здание стимул получит. А без стимула, как вы знаете, что не очень. Вот уже солнышко проглядывает. Вот магаданская погода, блин. Так что жду я вас, ваше поступление финансов. Обещаю, что это будет только на велосипед и видео накапливаться. Ну, там я уже посмотрю по возможности, там, что в первую очередь купить. Ладненько, все, всем пока. Пишите, шлите денежку. До свидания.